Одинцовский поэт Игорь Лагерев радует своим творчеством маленьких читателей. Вышло уже 4 книги стихов, 2 сборника песен для детских хоров и порядка 7 дисков с песнями для детей. Теперь еще и мюзикл на его стихи. Его представили самые маленькие артисты театральной студии «Дебют» Одинцовской школы искусств «Классика». Традиционный осенний концерт малыши готовили вместе с родителями. Они же стали и художниками по костюмам. Игорь Викторович тоже присутствовал на выступлении. Для автора очень важно, чтобы то, что он придумал, пригодилось. И я просто счастлив, что в любимом городе Одинцово, в любимой школе искусств, вот эти мероприятия проходят. По словам поэта, представление проходит уже не впервые и всегда его ждут с нетерпением. В истории «Веселый огород» главный герой – овощи. Ребята рассказали о них последовательно, а потом гости увидели на сцене и разных животных. Стихи Игоря Лагерева запоминающиеся, добрые, яркие. Их нельзя спутать ни с какими другими. Именно поэтому их так любят и дети, и взрослые. И, конечно, ждут новых. Мария Шматкова, Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».